Сегодня на совещании в кабинете министров звучали нотки тревожные. Строители выполнили план всего-то на 65,5%. Отстающих, это руководители Бавлов, Бугульмы, Дрожжанова и Елабуги, призвали к ответу. Все заверили, наверстают за месяц. Пошевеливаться надо главам Тукаевского, Менделеевского и Высокогорского районов. Там слишком медленно переселяют из аварийного жилья. А программу нужно завершить до конца года. Еще одна проблема – ЧП на стройках. За 9 месяцев 52 несчастных случая. Гораздо больше, чем в прошлом году. Причина – плохая организация. Чтобы создать безопасные условия, денег не надо. С этим мириться невозможно. Это что, как на войне? По итогам 9 месяцев мы проведем еще одно рассмотрение. Достаточно серьезную работу за этот период прокуратура республики начала. В первую очередь в отношении тех ведомств, которые должны обеспечивать контроль выполнения этих требований.